Don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Money got my whole family going backwards. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is for you. Money got my whole family going. Сегодня 4-й день Каспийской недели моды, 29 ноября. Сегодня очень холодно на улице, ветрено. Я в шапочке. Заказала себе еще одну шапочку. Но вообще не буду отходить от темы. Вчера был 3-й день. Я не участвовала, единственный день. Так что я спала дома. Смотрела свой любимый сериал. Думала, обработаю 1-й и 2-й день видео. Но что-то мне так лень было. Так что думаю, что сегодня начну выкладывать видео. В общем, вчера не участвовала, сегодня у двух дизайнеров. Один из дизайнеров я знаю, кто будет, потому что я уже работала с ним. Вот, и он вообще в этом году участвовал в Риме на неделю моды. У меня тут пакет на руке висит, и не очень помню, сейчас я сниму и продолжу снимать. В общем, у него всегда такие коллекции интересные. Так что не знаю, что на этот раз он сделал. Он мне показывал несколько эскизов, но вживую коллекция все равно отличается. Но я еще не видела. И самое интересное, он нам будет волосы мазать гелью, как будто они мокрые, но это еще не самое страшное. Он намажет нам волосы глиной. Ну, понимаете, да? Такой обычной глины, которая для волос, типа для лица, ну, косметическая. Не то, что с земли там. И хочет посушить феном, чтобы это засохло. Так что я не знаю, что у нас там получится. Еще два дизайнера, это будет за перерыв, нужно будет намарафетить все это. Сложный макияж какой-то и прическа. В общем, буду снимать, думаю, будет интересно. Вот, сейчас иду. Я так и продолжаю болеть. С такой погодой, мне кажется, невозможно выздороветь. Но вчера был такой шикарный день. Я так хорошо лежала и спала. И так вообще никогда не хотела. Все, у меня устала рука. Я пошла. Чуть-чуть осталось идти. Кстати, проходит все вот в этом здании. Вот. И вход главный вон там. Я уже отходила один показ, в общем, сейчас нас готовят на второй. У меня такое лицо, как мертвец. Надеюсь, что меня слышно. Сейчас мне сделают волосы, так волосы глины сделают. И на мне такое платье. Вот так. Это нам дизайнер делал глины белые. Сзади волосы вот так. Делали лаком, гелем, и потом тут такую бечевку. И губы серые. Мне такое совсем не идет. Это клево, у кого черты лица такие необычные.
Kilo, November. Ну и вот, все закончилось. Сейчас поеду домой. И всех целую. Всем пока. Собирались мы спокойненько домой. Шли, замерзли. Нас еще и накормили сэндвичами, пироженками. А тут ворот закрыты, и все. И ночую в Кремле. Не знаю, никто не хочет открывать нам. Нас закрыли, и все. Такие вот пироги. Так что... Не знаю, попаду я сегодня домой или нет. Не понимаю, что здесь что.